Знаете, я сниму видео про просто мурчательный рай, где меня действительно поняли, вот, где действительно любят животных. Это магазин, от которого я действительно пришла в восторг. Я сюда прихожу, наверное, 4-й или 5-й раз. Здесь я покупала переноску, и благодаря вот этой переноске кошатий Манулович у меня дома. Вот. Эти кошки здесь живут. Это котята, живущие здесь. У них домик, у них все хорошо. Вот. Ее выпускают, но не тогда, когда тут ходят всякие люди. Вот. Она тогда может погулять. Вот. Вот эта переноска стоила 127 донгов. То есть в переводе на русский всего лишь 500 рублей. И эти 500 рублей, по сути дела, спасли кота. Еще тем, у кого есть питомцы здесь, в Нячанге, во Вьетнаме, я очень посоветую обязательно, просто обязательно купить не столько и не только ошейник. Вот. Вот прекрасная штука для кошки. Вот. Цена вопроса 49 донгов. Вот. Но кошку, когда вы выходите, лучше привязать. Кошка может испугаться чего-то и убежать. И начнутся опасности. Вот. Здесь много совершенно потрясающих вещей, но я остановлюсь на самом необходимом. Вот. А самое необходимое – это переноска. Это вот такая вот чудесная шлейка. То есть в переводе на русский стоит это все 200 рублей, но ваш кот не будет шастать по Нячангу. Вот. Тут же всякие разные корма для кошек и собак. Посоветовали наполнитель. Огромный 16-килограммовый наполнитель. Ну, в общем, у меня... Я не представляю. То есть вот примерно вот такой мешок. Он стоил тоже где-то меньше 500 рублей. То есть где-то 400, около 400 рублей он стоил. Но сам факт, что я только дотащив до дома 16 килограмм, я поняла, что я притащила не 8 и не 10, я притащила целых 16. Есть корма для кошек с аллергией. Есть обычные сухие корма, есть вискас, есть мео. Мео вот разный, мео в переводе кошка. Вот чего здесь только нет. Вот, видите, вот такие шлейки для больших собак уже. А вот там для кошек. Для кошек таких вот не... Подождите. Я сейчас выясню. Мео, но? Мео? А кончо? Кончо. Это для собак уже. Мео. Ага, вот там вот для кошек. Вот то, что я вам показала. Ну, вопросы одежды и прочих вот вещей. Да, еще здесь лотки с бортиками и так далее. И вообще магазин очень уютный, очень приятный. Но дело не в том, что он уютный и приятный. А дело в том, что здесь люди прониклись. Вот. И я еще когда показывала, что кот бродячий, они так отнеслись хорошо и сделали скидку для кота, который еще не мой. Вот. Который еще не стал моим. Вот. Так что мне очень нравится вот это вот заведение. Я от него в восторге. Come on! Happy New Year! Come on! Еще до Нового года я еще к ним зайду. Находится оно практически на рынке Соммой. Вот, видите, улица Нгозяты, 76-й дом. Здесь все разговаривает. Да, вход, ну, сами понимаете, здесь вот по входу и так далее и тому подобное. Но, в общем, вот это заведение, которое я вам советую обязательно посетить, если у вас домашний питомец есть. Вот, хозяин прекрасно говорит на английском языке, английский язык здесь понимают. Минус, для кого-то минус, для кого-то плюс, но у них очень чисто, и надо снимать обувь.